Победитель второго сезона проекта «Танцуют все» команда Dance Family в таком составе на чемпионат Hip-Hop Drive ездила впервые. Однако о наших танцорах там уже наслышаны. Если раньше от них не ждали ничего особенного, то за последние пару лет уровень подготовки значительно вырос, и у ребят даже появились свои фанаты. Воспринимают уже намного теплее и с интересом ждут, что на этот раз мы приготовили, что на этот раз мы привезли, и встречают уже, скажем так, с большим желанием ждут нас и приглашают даже приезжать в Иркутск. Всего наши танцоры заняли 12 призовых мест, из них 9 первые. Такое количество медалей не удалось взять ни одному другому городу. По словам тренера Ирины Сметанниковой, танцоры ехали на турнир уже подготовленными, в том числе и благодаря нашему проекту. Я не скажу, что мы готовились, потому что, в принципе, у ребят были уже готовые номера, которые они танцевали на «Танцуют все». Я чуть-чуть немножко помогла им. Ну, а так именно в личном первенстве, да, готовились. То есть мы очень много тренировались, джемили очень много. Победа в личном первенстве досталась уже знакомым нам по шоу Тимуру Базарову, более известному как Слик, Алексею Бархонову, участнику команды «Адреналин Крю», и еще многим звездам нашего проекта. Участник команды «Step by Step» Дмитрий Маратаев на этот раз решил выступать в личном зачете и не прогадал. Я больше, был нацелен на хаос, чтобы победить, а в хип-хопе, в профи просто просто поучаствовать, получить опыт. Но так получилось, что как-то в хаосе, наоборот, мне не получилось, а в хип-хопе так получилось, что как-то раз и победите неожиданно. Отдельно стоит сказать о мегапопулярном судье соревнований Джей Буги. Ведь встречи с ним танцоры ждали не меньше поединков. Тренер, хореограф, постановщик шоу в Лас-Вегасе, и это далеко не все его регалии. Тем более почетно получить медаль от такого профи. Но на этом наши призеры не планируют останавливаться. Например, команда Dance Family с нетерпением ждет межрегиональных соревнований в Томске. Ася Касьянова, Сергей Устинов, Новости дня.